Сотрудники управления по производству продовольственных товаров, которые обеспечивают работников Алмалыкского горно-металлургического комбината продуктами питания, усердно работают в течение всего года. В настоящее время на полях начался ответственный момент, требующий максимум усилий, труда и информации – сбор кукурузы на силос для скота молочно-товарной фермы к зимнему сезону. Непрерывность и бесперебойность корма для 924 голов крупного рогатого скота обеспечивают работники сельскохозяйственного участка. Работы по сбору кукурузного силоса, начатые в августе, близятся к завершению. По словам бригадира 5-й бригады сельскохозяйственного участка Управления по производству продовольственных товаров Алмалыкского горно-металлургического комбината Фаруха Рустамова, для посева кукурузного силоса было выделено 182 гектара земли. Сейчас работы по сбору кормового сырья выполнены на 70%. В этом году урожай будет более качественным, чем в прошлом году, так как сбор начался вовремя, пока кукуруза еще не переспела. Сейчас на полях задействованы 6 бригад. С помощью 10 тракторов с прицепом и 2 зерноуборочных комбайнов из запланированных 5180 тонн кукурузного силоса рабочие собрали более 3000 тонн. Следует отметить, что в качестве кормовой базы для крупного рогатого скота выращивается не только кукурузный силос, но и растение люцерна. В ближайшие годы управление планирует перевести скот на один вид кормовой базы. Таким образом, усилия сотрудников УППТ по поставке молока и молочных продуктов, необходимых работникам комбината, обеспечивают повышение производительности в трудовых процессах.